Жизнь звезд всегда находится под прицелом СМИ, но бывает, что знаменитость пропадает бесследно. Сегодня мы расскажем вам о таких случаях. Приятного просмотра! Автор математической модели ядерной зимы Владимир Александров в 1985 году принимал участие в конференции в Испании. Перед возвращением в Москву он решил прогуляться, вышел из отеля и исчез. Больше его никто не видел. Главная версия исчезновения – физик был похищен спецслужбами. Первый исследователь, покоривший Южный полюс, Руаль Амундсен, пропал при экспедиции по спасению своего давнего неприятеля, дирижабль которого потерпел крушение над дрейфующими льдами. В августе 1928 года был найден поплавок гидросамолета, в октябре был обнаружен бензобак. Куда исчез Амундсен и его четыре компаньона, до сих пор неизвестно. Пока Нельсон Рокфеллер был занят политикой, его сын Майкл поехал в экспедицию в Новую Гвинею в поисках ценных артефактов. Плавание закончилось трагично, плот перевернулся, люди едва добрались до берега. Сам же Рокфеллер исчез. До сих пор нет официальной версии причин пропажи самого богатого наследника мира. Считается, что его съели людоеды-астматы. В 1944 году французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери отправился в разведывательный полет и не вернулся. Позже один рыбак нашел его браслет. А в мае 2000 года ныряльщик Люк Ванрель на глубине 70 метров обнаружил останки самолета, но тело писателя найти не удалось. Баскетболист Бизон Дил исчез в 2002 году во время плавания по Тихому океану. Дил пропал вместе с возлюбленной и шкипером. Также с ними был брат Дила, который смог доплыть до берега. Но его обвинили в убийстве и дали срок, после чего он свел счеты с жизнью. Этно-рок-музыкант Джим Салливан испарился 6 марта 1975 года. По официальной версии, он заселился в отель, оставил вещи, сел в машину и уехал. После этого мужчину никто не видел. Автомобиль нашли в пустыне в штате Нью-Мексико. Музыкант до сих пор значится пропавшим без вести. Политик Джимми Хоффа бесследно исчез в 1975 году. В последний раз он был замечен на ресторанной парковке. Супруга Хоффа сообщила, что в тот день муж позвонил и сказал, что его кинули. Открытую машину нашли на стоянке, но Хоффа там не было. На сегодняшний день политик считается умершим. Исчезновение Хоффа до сих пор обыгрывают в фильмах и сериалах. Американская певица Кони Конверс исчезла в 1974 году. В том же году она разослала родным и близким письма с текстами своих песен и сообщила, что планирует начать жить заново где-то далеко. Семья артистки хотела начать поиски, но потом смирилась с желанием женщины. Успех застал певицу спустя 35 лет после исчезновения. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.